Всем привет, с вами Скеритор, и добро пожаловать в Евротрак Симулятор 2. Это игра про дальнобои, я давно ее хотел записать, и вообще в целом я уже перезаписываю ее, потому что там неполадки со звуком были, но сейчас вроде все нормально должно быть. Итак, эта игра, как вы поняли, про дальнобой, дальнобойщиков, и сегодняшний мой рейс это Петербург-Таллин. В принципе, вот, я тут уже подъехал к грузу, вот такой вот трак мне нужно подцепить. Вот, ну и давайте, в принципе, заведем наш Вольво, славный Вольво, и давайте начнем его цеплять, так сказать. Вот, мы сегодня поедем в Таллин, стартуем в Петербурге, время у нас 5 утра, так что, в принципе, нормально, в светлое время суток будем ехать. Ой-ой-ой, я неправильно стою назад. Так, давайте его подцепим аккуратненько. Господи. Аккуратненько. Все, мы подцепляем его. И нам ехать где-то в районе, я думаю, 400 километров. Ну да, 410 километров. И, в принципе, давайте поехали. Мы приедем где-то примерно в 12 часов дня. Хотя, наверное, даже чуть пораньше. В принципе, я и в жизни много раз ездил по этому маршруту Петербург-Таллин. Так, давайте пропустим сейчас машину. Обернемся, посмотрим, нет ли там никого. Ладно, вроде бы все нормально. Я не вижу, у меня... все нормально, да. Все, в принципе, нормально. И сейчас мы выйдем на Пулковское шоссе, если я не ошибаюсь. То есть, да, тут есть прототип Питера. Так, давайте дальние вырубим и включим ближние. Да, я думаю, так будет получше, потому что, в принципе, и так светло. Итак, да, как я уже сказал, тут есть реальный прототип мира. Давайте я вам покажу просто по карте, как это все выглядит. Кто не знаком с этой игрой, не знаком с ней давно, иногда играю. Итак, вот Петербург. Вот, тут написано, вот Петербург, у меня карта зависла. И мы вот едем тут в Таллин. Вот, также тут есть Швеция, ну, то есть Скандинавия, Швеция, Британия, Франция, Италия, Германия, Братислава. Ну, в общем, тут много всего есть. Также еще вышло недавно дополнение на Турцию. Ну, короче, на эти черноморские страны. Вот, но я его еще пока не приобретал. Потом, наверное, когда-нибудь куплю. Так что, ну, так вот. И сегодня мы едем в Таллин, как я уже сказал. Вот, и как я уже ранее говорил, я по этому маршруту много раз в жизни ездил, то есть для меня это прям знакомо. Мы должны сейчас какой-то, видимо, объезд сделать. У меня почему-то маленький FPS, обычно у меня стабильно 55, 60, а тут как-то 45. Фига, что так фризит, кстати? Вроде должно быть нормально, ладно, возможно, потому что рассвет. Потому что в прошлый раз я ехал прям днем, где-то часов 12. Затем поверните налево. Так, да, мы сейчас должны... немножко сделать оборот, потому что эта дорога в сторону Пскова, если не ошибаюсь. А, нет, это вообще куда-то дорога, неизвестно куда. Ого, какой-то поток большой, блин, на самом деле тут тяжелый разворот. Вот машины заканчиваются. Поехали. Так. Аккуратненько. И все, мы развернулись. Вот, и сейчас мы выйдем на КАТ, кто в Петербурге живет, поймет, это кольцевая автодорога, там выйдем на Таллинское шоссе, и далее мы поедем через Красное Село в сторону Ивангорода. В принципе, я думаю, петербуржцы поймут, что есть где. Вот, тут, кстати, указатели также на русском, то есть, допустим, в Европе там на английском, на эстонском, ну, короче, на латинском, а тут на русском кириллица используется. И очень круто то, что тут очень хорошо видна атмосфера России, типа, ну, вообще регионов всех. То есть, смотрите, столбы с проводами, типа, такие, знаете, старенькие, бетонные. Когда ты едешь в Европе, то там уже более так все современненько, да. Так, догоняем грузовик, который пустой. И, кстати, еще даже русские номера, то есть 78-й регион, все как должно быть. Правда, у меня польский, потому что грузовик я в Польше покупал, точнее, гараж мой. Вот, а прицеп у меня вот с русскими номерами. 47-й регион, я так полагаю. И 98-й. 39-й вообще. 39-й это вроде бы Псков, если я не ошибаюсь. Странно, что он тут делает. Ну ладно, видимо, из Пскова пригнали. Также в этой игре есть мультиплеер, но я пока не хочу играть в него. А, сейчас нас пропустят. Осторожно, осторожно, осторожно. Пазик проехал. И также, когда ты едешь еще в России, тут встречаются русские машины, а в Европе, ну, понятное дело, импорт. Так, вон тут даже вот написано Псков, Луга, Пулково.
То есть, ну, реально атмосфера хорошо передана. И если ехать по КАДу в Питере, то абсолютно такие же фонари сделаны. То есть тут реально очень много таких вот мелких дорожных деталей, и ты едешь и ловишь флешбеки, и я думаю, что это очень круто. Вот единственное, что сейчас тут лето, а у нас в Питере вообще... Сейчас какое, апреля? 13-е, 14-е? Ну, короче, у нас снег вообще шел. Вот. Это съезд в город, как я полагаю. Да. Это должно быть Пулковское шоссе, да? Вот, аэропорт Пулково съезд. А мы едем сейчас по Таллинскому шоссе. Ну, сейчас выйдем на Таллинское шоссе. Верно? Да, Таллинское шоссе прямо. Там выйдем через Красное село. И дальше уже поедем по пригороду Петербурга. Вот, Санкт-Петербург, ну, как бы основная часть города я вам не показал. Там есть ЗСД, Зенит-арена, даже Лахта есть. То есть, ну, достаточно много таких знаковых мест передано. Вот, конечно, все в ненастоящем масштабе, но более-менее что-то похоже на реальность. Так, у меня 55 FPS, ну, вроде бы чуть получше стало. Да, смотрите, уже вполне светло стало. Потому что уже 6 утра. Вот, кстати, съезд на ЗСД. И тут такая же дорога, как в ЗСД. То есть, блин, реально, в точь-точь такие вот костяшки, как у нас их называют. Вот. Ну и, в принципе, вот, едем дальше. Также тут у нас есть железная дорога. Это от Балтийского вокзала ветка. Тут ее тоже сделали. То есть, прям приятно, приятно, конечно, тут ездить. Питерские дома тут есть. Такие же дома в Питере находятся. То есть, даже вот дома передали в точь-точь. Вот, и она идет там в Сосновый Бор, эта ветка. В Калище, он там, кстати, поезд едет. Тут даже русские поезда в России. Вот, не видно, наверное. Ну, короче, вон там едет. Держите на товарняк. Затем съезд справа. Вот у нас сейчас съезд будет в Красное село. А если дальше ехать, то там будет Кронштадт, и также тут есть съезд дамба справа. Вот, я думаю, если видео зайдет, хотя я не думаю, что оно много просмотров наберет, просто я хотел сделать какую-то паузу от Майнкрафта и решил записать какое-то такое вот стороннее видео. Это, в принципе, неплохая идея, так, если кому-то Майнкрафт надоело, либо кто-то не хочет его видеть на моем канале, то welcome, welcome. Хотя видео получится достаточно длинное, где-то минут 20-25, я думаю. Ну, конечно, кому как, возможно, кому-то это фигня, потому что я знаю, что некоторые чуваки, которые снимают Евротрак, они там... По полтора часа маршруты выбирают, все такое. У меня прошлое видео набрало... Тьфу ты, у меня прошлое видео было 35 минут шло. Ну, которое не записалось. Еще и плохо записалось. Так вот, Красное село. Мы сейчас въезжаем в него. Ну, тут восьмерка проехала, либо девятка, я не рассмотрел. У нас грузовичок перед ней идет, я бы, конечно, поднажал. Хотя у меня раньше было ограничение скорости... Точнее, его раньше не было, у меня было где-то 150 ограничение скорости, а сейчас я только 90 могу ехать. Честно, я не знаю, почему так, возможно, потому что я сейчас на Volvo еду. Возможно, у него какое-то встроенное ограничение. И вот, в принципе, знакомая церковь, она вот есть в Красном селе. Такие же остановки прям в точь-точь сделаны. И вот такие даже заборы. То есть, очень круто то, что тут взяты элементы из реальной жизни. Переданы очень хорошо. Вот... Двигатель неисправен. Ну да, я немножко получил урон. И он иногда будет глохнуть. Но редко, в принципе. А на это кольце? У нас кольцо. Где тут памятник. Про войну, короче, памятник. Вот, в реальной жизни то же самое есть. Сейчас такой же столб. Съедьте. Вот эти вот еще кислотные таблички. Точнее, знаки. Они то же самое есть в реальной жизни. В общем, все очень круто передано. И, в принципе, все. Мы можем по прямой ехать до Нарвы. Там будет пару поворотов. Но это ничего страшного. Ну, в принципе, да, сейчас мы будем чисто прямо ехать. Также у меня, кстати, есть руль, я могу рулить в этой игре. Ну, в смысле, как джойстик руль. Вот. Но я его не использую, потому что у меня он очень старый, там, 2006 года, и он плохо адаптирован уже под современные игры. Это, кстати, похоже на... Ну, это вроде это, Chevrolet, да? Chevrolet, я думаю. Похоже на Ладу Гранту какую-то, но это Chevrolet, я думаю. Так, тут сплошная, тут нельзя обгонять. Ну, понятно почему, поворот. Я, на самом деле, достаточно плохо знаю ПДД, так что, если вы слышите от меня косяк какой-то, то не удивляйтесь, я плохо знаю ПДД. Кстати, бензина. У нас мало бензина, его не хватит. 135 километров у нас. А ближайшая заправка будет... Ну, там будет еще одна заправка. Просто это неудобная. То есть, тут прям съезд такой отдельный. И, господи, как мы долго едем.
Как мы долго едем? А, то есть мы уже подъезжаем к Кингисеппу, где в реальной жизни должен быть. Ну, то есть... Да, тут в реальной жизни Кингисепп. Хотя тут есть даже таблички с поселками. Ополье. Не помню, на самом деле, поселок, потому что я, как я уже говорил, много раз ехал по этой дороге. Петербург-Нарва и Петербург-Таллин. Что-то незнакомое. А, нет, мы еще не у Кингисеппа, понял. Казалось, сорян. Тут, конечно, тут плакаты, ремонт компьютеров, ПК, все такое. О, все отлично, они тут сворачивают. Можно ехать прямо. Вон деповцы, кстати, русские. Вот. Так, давайте немножко разгонимся. И вон там заправка у нас на навигаторе есть. Туда мы и заедем. Потому что тут даже, кстати, в России выгоднее заправляться. То есть тут тарифы плюс-минус похожие. Поворачиваем. Блин, заправка тоже неудобная, но она хоть как-то... А! Идиот! Ищу новый маршрут. Идиот! Почему он повернул? Блин, я не знаю, либо это я идиот и не заметил. Ой, я не знаю, засмотрелся, наверное, на заправку. Мы еще и застряли, господи мой. Я не знаю, тут иногда... 50 урона моего грузовика, короче. Это не критично, но... Очень грустно, на самом деле. Ой, господи, господи, господи. Ну, ладно, мы доживем. Конечно, я получу за груз уже меньше, потому что у меня он поврежден. Ну, блин, челик, реально, я не знаю. Ну, понятно же дело, что грузовик тяжелее остановить. Почему он так резко повернул? Ай, двигатель не справен. Теперь иногда у меня будет двигатель глохнуть, потому что у меня 50% урона. Блин, и заправка еще неудобная. Ох. В прошлый раз, когда я доехал до Таллина, у меня было все гораздо лучше, серьезно. Ну ладно, стоимость 1 евро, что? А, нет, стоимость 60 центов. Ну да, у меня тут все в евро. Блин, ну реально челик вообще прям неприятно сделал. Офигеть, конечно. Ладно, давайте полный бак сейчас заправим. 700 литров, 760 литров, все, поехали. Ой, теперь мне нужно еще и завестись попытаться, потому что я... У меня большой урон. Так, это можно убрать. Так, это я для превью сделал. Так, все, теперь можно как-то это аккуратненько объехать. Приготовьтесь к повороту направо. Блин, ну реально он просто, не знаю, гений. Поверните направо. А, идиот. Идиот. Окей, давайте повернем вправо. Дорога пустая у нас, так что все окей. Все, едем дальше. Офигеть, у меня 2500 километров бензина. Так, видео уже идет 13 минут. Ну, в принципе, нормально, мы уже подъезжаем к Кингисеппу. Вот, в реальной жизни тут тоже есть вот эта вот река. И такой же резкий поворот сейчас будет, как в реальной жизни. Ну, тут, конечно, он не такой резкий. Вот. То есть, да, знакомое место, прям флешбеки ловлю. Так, поворачиваем налево. Аккуратно, аккуратно. О, у нас как раз зеленый, вообще идеально. И они все прямо. Так что, кайфово, кайфово. Ну да, тут иногда NPC, конечно, тупят. И реально, если в тебя машина сама врежется, то тебе засчитают штраф, и ты виноват. То есть это вообще прям, ну, не очень. Мы глохнем. Я бы систему штрафов тут, конечно, поменял бы. Второй раз глохнем, офигеть. Вон уже, кстати, виднеется Ивангород. Сейчас будет граница с Эстонией, с Евросоюзом. European Union. Вот, Ивангород. Добро пожаловать в Ивангород. Так, кто тут кого пропустит? Молодец, молодец. Вот это я уже понимаю. Вот это я уже понимаю, это нормально все. Так, аккуратненько, аккуратненько. Кстати, вон крепость Ивангородская и Нарвская. Тут в реальной жизни прям такой же кадр. Ты проезжаешь? Вот. Аккуратненько надо притормозить. Ой, господи, я еще и врезался. Вот я не знаю, что со мной происходит. Так. Еще нас сейчас проверяют документы. Вон там снова же крепость Ивангородская. Российский триколор. Сколько у меня процентов урона? 7% на этом. Короче, на моем тягаче 52%.
На прицепе 7% и на грузе 3%. Но на самом деле главный груз, чтобы не повредился. То есть чем больше процент груза, тем больше штраф. А на прицеп, ну, в принципе, немножко пофиг. Вот, это мост дружбы в реальной жизни. Он тут тоже есть. Вот, прям в точь-в-точь сделано. Прям атмосфера даже передана. Вот, как мы видите, мы уже въезжаем в Нарву. И вместо кириллицы теперь будет у нас латиница. Сейчас еще один будет пропуск. Еще одна проверка документов. Вот. Так, давай, едь, едь, едь. Он занимает самую левую колонку. Давайте сейчас быстренько проедем, чтобы побыстрее у нас документы проверили, чтобы мы быстрее выехали. И, пожалуйста. А, ну почему врезался опять? Вот, давайте, кого из нас быстрее проверят? Конечно, лучше, чтобы меня, потому что я не хочу за ним ехать. Ну, поспешишь, людей насмешишь. О, у нас одновременно? Прикольно, прикольно. Так, ну, поскольку я сейчас прям втапливаю, ну да, он меня пропускает. Так что, все окей. Желтый... А, немножко на красный еще проехали. Да, у меня прям дикая серия будет сегодня, дикий выпуск. Потому что я снимал в прошлый раз в 4 часа ночи. Ну, так, давайте пропустим. И даже, кстати, в Европе иногда встречаются, но именно в балтийских странах. Какие-то машины наши. Вот. В реальной жизни, в принципе, то же самое. Я в Финляндии много раз видел наших русских машин много. Так, аккуратненько съезжаем. И, в принципе, кстати, даже вот это вот кольцо, оно тоже есть в реальной жизни. И реально, кто был в реальной жизни... Реально, кто был в реальной жизни... Как можно слово «реально»? Слово «паразит». А кто тут был в реальной жизни, тот поймет. И прям очень хорошо передана атмосфера. А давайте сейчас на обгон пойдем. Потому что... Ну, потому что почему бы и нет. Вот уже европейские заправки. Они, кстати, даже поцивильней, получше. Вот, и все, можно теперь ездить 90 км в час. Я, кстати, даже вроде за это видео еще не разгонялся. Потому что все время какие-то проблемы были. Вот, кстати, еще скоро еще выйдет новая версия Евротрака. 1.3.7 или 1.37. Вот, там звуки поменяют. Потому что звуки в игре, на самом деле, ну, такое. Типа сигнал... Как-то, ну, нереалистично. Там будет вроде получше. Вот, проезжаем между озер. Достаточно живописное место. Ну, в принципе, нам недолго осталось ехать, потому что основную часть мы проехали. Хотя написано, что 220 километров. Видимо, мы по самому Таллину еще будем разъезжать. Потому что, когда я в прошлый раз ехал, у меня на границе Таллина был груз. Точнее, куда нужно было доставить. Поэтому я там по Таллину не покатался. Зато я по Питеру покатался, а в этом видео, видимо, я не покатаюсь по Питеру, но я уже не покатался по Питеру, но покатаюсь по Таллину. Ну ладно, хоть так. И осталось у нас 777 литров, уже 6, ладно. Бензин тут, конечно, быстро тратится, но и, в принципе-то, он стоит копейки, типа, тут никогда не бывает проблемы с бензином. Обычно на ремонт грузовика уходит много денег, но поскольку у меня есть бизнес тут, то есть я открыл несколько гаражей, где работают на меня NPC, тоже развозят грузы, то у меня есть пассивный доход, и для меня, ну, это не проблема. Тут также пробег написан, скоро у меня будет 20 тысяч на Volvo. Также я раньше катался на Scania, у меня там где-то 35 тысяч. Вот, но пока хочу на Volvo покататься. Вот, пока мне это приносит удовольствие. Мы, кстати, не глохнем. Да, мы реально сейчас стабильно едем, в принципе. Вот, посмотрите, какие ветряки вдали. Очень крутая вещь, конечно, эти ветряки. Я вот когда катаюсь по Европе, все время наслаждаюсь ими. Хотя они в России есть, но это очень большая редкость встретить ветряк. Ну, я знаю, что в Калининградской области точно есть, потому что я видел. Блин, ну реально, это просто красота. Обожаю ветряки. Я вот даже в Майнкрафте построил один ветряк, но мне на самом деле он не очень понравился, потому что с этими винтами бывают проблемы. Ну, в целом, вот как-то так, как-то так. Так, нам осталось немного. Кстати, видео уже идет 20 минут. Хм. А нам осталось 160 километров. Ну, слушайте, мы прям тут в какую-то глубинку Таллина, как я понял, поедем. Да, у нас поворот налево будет. Хм. Тут, кстати, происшествие какое-то. Мне даже интересно, куда мы приедем. Потому что мы едем реально куда-то в дикое место. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим, куда нас приведет. О, поваленные деревья были в реке. Нет, я, кстати, не замечал. У меня есть песик. Песик, бутерброд, кошелек. О, осторожно, мы на встречку выехали.
засмотрелся. Полиция на Шкодах, либо на BMW. Очень крутая фича, что даже полиция в разных странах, то есть своя, ну то есть соответствует оригиналу. Тоже достаточно приятный такой вот момент. Так, ну в принципе, таблички. Таллин, Е20 шоссе. Шоссе тоже как в реальной жизни. Справа город Кунда. Я там, помню, проезжал, когда на автобусе ехал из Таллина в Нарву. У меня там была остановка транзитная. У нас тут уже ограничение 110, но мой грузовик не может 110 ехать почему-то. Я не знаю, почему. В мультиплеере тоже такое ограничение, ну, такое же ограничение скорости. Вот, кстати, дорога знакомая. Если она уже становится большой, то есть двухполосная в одну сторону, то значит, мы уже прям у Таллина находимся. То есть, ну да, вон, видите. Офигеть, куда мы поедем? Лол. Лол. Прям куда-то далеко. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, видео не будет больше 30 минут, потому что у меня немножко старый компьютер, и для него будет, наверное, тяжело вот это все рендерить. Так, мы глохнем. Мы начинаем глохнуть. Это не есть хорошо. Ну давай, заводись. Немножко сбавили скорость. Ну ладно, сейчас нагоним. Время, кстати, уже 9:45, то есть вот мы стартовали в 5 утра. Ну, тут время быстро бегает, уже почти 10. Прекрасная погода. Ну, как же хочется лета и снова куда-нибудь вот путешествовать. Даже, знаете, малейшее путешествие, хотя бы в Таллин, вот от Питера это 350 километров, все равно это очень крутое путешествие, очень приятное. И до Хельсина, кстати, то же самое. Но в Хельсинки, мне не знаю, как-то скучновато. Вот, и я там вообще был в декабре 2018 года, то есть достаточно давно. Вот уже как полтора года, можно сказать, если округлить. Таллин. Вот я вот помню, вот сюда вот съезжал в прошлый раз, когда отвозил груз. Но, видимо, мы куда-то едем в глубинку. Ну, пусть будет так. 90 километров осталось, тогда оставалось где-то 10 километров. Ну, мы даже едем в пригород Таллина. Ну, ладно, все равно считается как Таллин. Почему мы глохнем? Ну, давай, не глохни, пожалуйста. Вон, там уже видны дома таллинские. И сейчас мы будем поворачивать налево. Конечно, хотелось бы куда-нибудь в центр города съездить, потому что там есть трамваи. И да, тут в некоторых городах работают трамваи, Таллин. Держитесь левее. Где-то еще, короче. Блин, я не помню на самом деле. О, хорошо, что нам налево, потому что, смотрите, какой тут поток большой, надо затормозить. А, вон, зеленый. Вон табличка Таллин, кстати. Не помню, какая она в реальной жизни. Почему ты меня пропускаешь? Фига себе. Я не знаю, я удивлен, что меня пропускают. Офигеть. Ой-ой-ой, не туда поехали. Бывает и такое, конечно. Нас просто взяли и пропустили. Так, и нам остается ехать по пригороду 70 километров. Ну, нехило, я скажу вам. То есть, вон тут видно. Балдиски. Какой-то город. Там, кстати, порт. Да, иногда тут можно и даже воспользоваться услугами кораблей, круизов, то есть затащить грузовик в круизный лайнер и перегнать его куда-нибудь. Это круто, крутая фича. Допустим, Таллин-Хельсинки. Вот. Жаль, конечно, что мы в город не поедем. Но я думаю, если я буду следующее видео записывать, я, возможно, возьму там маршрут Таллин-Рига. Я думаю, мы будем, знаете, так, поочередно. То есть Таллин-Рига, Рига-Вильнюс и так далее. Я могу, кстати... Ой, тут кольцевая дорога. Я могу, как в реальной жизни, тоже сделать тот маршрут, который я выполнял в мае того года. Я тогда приехал на поезде в Вильнюс, из Вильнюса на автобусе в Ригу, из Риги потом в Таллин и из Таллина в Питер. Ну, вот как раз-таки мой балтийский трип есть на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Еще в Европе очень много кольцей, ну, кольцевых автодорог. Это, понятное дело, чтобы машины не гоняли, тут стоят такие вот физические преграды, чтобы машины не врезались, чини гнали. Это очень круто, на самом деле. И когда я был в Нарве, ну вообще в Эстонии, то там прям на глазах все меняется, ну в хорошем плане, в плане урбанистики. То есть такие вот маленькие островки безопасности, чтобы машина не могла физически просто гнать прямо, иначе она врежется. Нет таких вот пустых перекрестков. Вот как это в России делается. Ну
Тут мило достаточно. Конечно, советское наследие тут тоже есть. Вот, сани проехал. С русским грузом, если не ошибаюсь. 45 километров осталось. Блин, реально куда-то далеко уезжаем. Это у нас Луиджи. Луиджи. Поселок. Вот. Блин, как же мило это все выглядит. Я реально очень скучаю искренне по этим, по этой атмосфере. Лето, пригорода. Типа, мне пофиг там на Питер летом в городе когда, потому что, ну, все равно у нас город достаточно каменный, то есть центр исторической архитектуры, зелени мало, и как-то там времена года не так сильно ощущаются, допустим, как-то на окраине, потому что на окраине много деревьев, все такое, ну, я думаю, вы меня понимаете. Ну, и как, конечно, в пригороде. В пригороде, да, тоже есть своя атмосфера. Лейдж. Как это кричает? Легри. Легри. А, там завод. Да, значок завода. Так, мы выехали на какое-то шоссе небольшое. 23 километра осталось. Но, в принципе, нам по прямой осталось ехать. 26 минут идет видео. Офигеть, я думал, что я его запишу где-то. Блин, я хочу его обогнать. Но тут опасно, на самом деле, обгонять. А, мы рискуем сейчас. Мы очень сильно рискуем, потому что тут сплошная полоса. Большой поток. И ладно, мы проехали, все нормально. Ох, сколько меня людей будет, конечно, осуждать в комментах за такие действия. Ну, такая жизнь, такова жизнь. Ну, вот, кстати, нам вот в это предприятие нужно заехать, как я понял. Сейчас будем разворачиваться. Ну, я реально, кстати, куда-то далеко уехал. Затем прям чувствуется, чувствуется. Ну, так, давайте, в принципе, тормозить уже этот светофор. Иначе нужно направо. Поверните направо. Ну да, мы вообще нифига в Таллин не заезжали практически. Или вообще не заезжали. Но все-таки ладно, поскольку это у нас маршрут Таллин-СПБ, так что оставим это так. Винты, аккуратненько. А, у них Шкода. Да, у них Шкода была, оказывается. Ну так вот, можно было, кстати, скоротить и выехать через поле даже. Лайфхаки я так иногда делаю, когда мне вообще там лень. Потому что иногда устаешь от этой игры, то есть это игра, сказать, для бумеров, потому что тут такая вот обычно спокойная езда, нет экшена, и я не знаю, типа, не для нового поколения, там, 2005 года, 2006, конечно, да, игроки будут некоторые, но все же новое поколение, но больше под экшончик. Мы прибыли. Так, давайте посмотрим, где можно груз оставить. Давайте его тут припаркуем. Аккуратненько развернемся. У нас, кстати, мы доставляли ДСП материал. Вот, работничек, привет. Привет. Аккуратненько. Двигатель заглох, отлично. Прям перед... А, перед нашей точкой. Так, аккуратненько. Заезжаем. Заезжаем. Сейчас у нас появится метка, что мы можем оставить груз тут. Все. Отцепляем его. И сейчас выполним задачу. Посмотрим, насколько мы ее выполним. Наверное, плохо. Удовлетворительно. Ну, на троечку. Ну, понимаю, да. Если бы не тот человек, у меня было бы все идеально. Ладно, сойдет. В принципе, спасибо тем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Скритор. Всем удачи, всем пока.